нас Валимхан Лапуха, преподаватель кафедры «Античные всеобщие истории» Полского государственного университета. Доклад «Роли в России и Полской державной политики Полского государства». Добрый день всем. Освятницкая деятельность в России и Полоцкой имела великое значение культурных житий не только первочастных, а Полоцкого государства, але и наступных эпох житий державы. Под опекой Полоцкой губернии евреи в фактичном уделе был закладен подмурок для развития мясцовых мастацких традиций у углинах литературы и библиотечной справы, архитектуры, живопису и прикладного мастацтва. Будучи шматвекторной, деятельность в России не обмежевывалась только этими позначенными направлениями. Гэты факт обумовіў раскрыццё асобы прападобнай і вызначэнне яе ролі ў грамадска-палітычным жыцці Полацкага княства. Хочацца адзначыць, што Ефрасінія Полацкая стала першай у сваёй славянскай жанчынай кананізаванай праваслаўнай царквой і адзін з святой, прызнаны ўсімі хрысціянскімі канфесіямі. Так Полацкая княжна па ўласнаму жаданню і насуперак волі бацькоў абрала другі від жыццёвага шляху. Гэта менавіта манаскі пострыг, што акрамя замужжа. А потым манастыр азначаў парыванне сувязяў са знешнім светам, адрачэнне ад зямных клопатаў. Надзеўшы манаскі клабук, Ефрасінія ў ідэале павінна была адысці ад усяго мірскога, каб дасягнуць духоўнай дасканаласці. Аднак парыванне з мірскімі сувязямі не адбылося, у першую чаргу па прычыне сацыяльнага паходжання Ефрасінія. Пачынаючы з дакастычніцкай гістарыяграфіі, дзеянні прападобнай ігумені разглядаліся выключна з пазіцыі кананічнага выкладання яе жыцця ў храналагічнай паслядоўнасці. Першая спроба аналізу яе графічнай крыніцы насілі вузкаканфесіянальны характар. Так, працы Даўхялы, Дубровскага, Сыпунова абмяжоўваліся толькі фіксацыяй фактаў, без належнага аналізу нейкіх геаграфічных пунктаў яе жыцці. Аднак адназначна, што ў працы Тыртава меліся спробы разглядзець факты біяграфіі Ефрасіні, рэканструяваць яе шматгранныя сувязі з культурным светам. Таксама археалагічныя раскопкі, развіццё крыніцазнаўчай базы, поспехі ў тэорыі геаграфіі на сённяшні дзень дазволілі больш дакладна вызначыць напрамкі шматвектарнай дзейнасці Ефрасіні, у тым ліку і ўдзел прападобнай у палітычным жыцці Полацкага княства. Духовны аўтарытэт Ефрасіні быў вельмі вялікім полацкім княствам не толькі па прычыне яе асветніцкай дзейнасці, але і наяўнасці яе высокага паходжання, згодна з тагачасным сярэднявечным статусам полацкага княжацкага роду анашаркавага рода. Таму сцвярджэнне аб том, што дзейнасць прападобнай ігумені, уключаючы пабудову і аздабленне храма, не была абмежавана перапісваннем кніг і ўладкаваннем манастырскай гаспадаркі, будзе бездакорным і карэктным. Манастыр Святога Спаса размяшчаўся ў непасрэднай блізкасці ад горада. Таму цалкам адмовіцца ад свецкага жыцця за памышскімі клопатамі і гумення не мела магчымасці. Па другой прычыне, сам манастыр не быў закрыты установай, а ўяўляў сабой культурны, адукацыйна-асветніцкі і сацыяльны цэнтр. І таму не быў цалкам ізаляваны ад сучаснага яго грамадства пры любых умовах. Заснаваны не пазней за 1128 год у мястэчку Сядзо, Спаса-Ефрасініўскі манастыр стаў не толькі выдатным узорам самабытнай архітэктурна-культурнай спадчыны Полацкай школы дойлідства, але і важным цэнтрам палітычных і культурна-рэлігійных працэсаў гарадскога жыцця. Адзначым таксама яшчэ тыя факты, якія садзейнічалі менавіта ролі Ефрасініі Полацкай у палітычным жыцці княства. Гэта знойдзеная була полацкай ігумені, якая была адкапана ў Новгародзе ў 1977 годзе. Так званая пячатка памерам 20 мм, па словах акадэміка Яніна, з'яўляецца старажытным помнікам сфагістыкі, які па свайму выкананню з'яўляецца беспрэцэдэнтным узорам мастацкай работы і захаванасці. На адным баку была размешчана пахрудная выява Ефрасіні, на другім, што не мае аналагу, шматфігурная кампазіцыя праображэння. Фармальныя прызнакі булы паказваюцца на другую чвэрць першую палову 12-га стагоддзя. Як мы ведаем, у дадзеных храналагічнай рамкі бытавання булы акрэсліваецца жыццядзейнасць Ефрасіні Полацкай. Таксама ў 1993-95 годах былі вынайдзеныя фрагменты пячаткі аналагічных аналагічных. Пасля былі раскрыты яшчэ дзве булы прападобныя булы. Усе гэтыя факты гавораць о том, што була належала манахіне. І тое, што гэта манахіне была Ефрасіні Полацкая, мае пад сабой шмат грунтоўных доказаў.
спрэчнай стала наступнае меркаванне даследчыка Яніна. Гэта тое, што его мне спасе французскага манастыра ў перыяд прыняцця схемы пэўны тэрмін мела ў натуру свецкай улады. І перыяд 30-х-50-х гадоў 12-го стагоддзя ў жыцці полацкага княства з яго лёгкай рукі атрымаў назву полацкі матрыярхат. З гэтым былі не згодны шэраг іншых даследчыкаў, у тым ліку Алексею, які абвяргае гіпотэзу полацкага матрыярхату ў 12-м стагоддзі. На думку Алексеева, пасля высылкі Візантыі ў Полацку заставаліся ўсё ж такі некалькі другарадных князёў, што ўжо нельга назваць матрыярхатам. Акрамя таго, перыяд з 1132 па 1144 гады на полацкім стале сядзеў Васілька Святаславіч. Аднак адзначым, што і сам Янін у першую чаргу ставіў пад сумненне факт матрыярхата, лічыў, што колькасць вынайдзеных матэрыялаў садзейнічае толькі пастаноўкі праблемы. І не больш таго. У любым выпадку нельга не пагадзіцца са сцвярджэннем акадэміка аб выключным становішчы уладальніц уласнай пячаці ў палітычнай гісторыі полацкага княства. Бясспрэчна адно, першае ігуменне Ефрасімаўскага манастыра адыграла важную ролю не толькі ў жыцці манастыра, але і дзяржавы. Так, пасля разгрому княства кіеўскім князем Мсціславам Валадзімірычам засталіся толькі жанчыны. І яны таксама ж былі за мурамі, за манастырскімі мурамі. Прадстаўнікі полацкай дынастыі, у тым ліку і бацька Ефрасіміі Святаславкі, Святаслаў Чыславіч, быў сасланы ў Візантыю за ганебную адмову ўдзельнічаць у ваеннай кааліцыі супраць полацкаў. Адразу пазначым, што падзеі 1129 года сталі знакавымі для грамадска-палітычнага жыцця полацкага княства. Тагачасныя перамены ўнеслі пэўныя карэктывы ў прынцыпе замяшчэння на княскім прастоле. Вядома, ігуменя манастыра займалася духоўным удасканаленнем. Цягвала займацца асветніцкай дзейнасцю, чытала настаўленні, выкладала ў заснаванай пры абіцелі школе. Аднак заўважым яшчэ раз, што прыналежнасць манахіні да княскага роду накладвала на Ефрасінію і іншыя турботы, звязаныя з дзяржаўнымі праблемамі. Такім чынам, па меркаванню расійскага гісторыка Перхаўкі, Ефрасінія нават за манастырскімі мурамі мусіла захаваць рычагі палітычнай улады, пускай і адводзіла першаступеннае месца падзвіжніцкай дзейнасці. Зразумела адно, асабістая пячаць сведчыць аб непасрэдным адміністрацыйным кіраванні праз заключэнне гаспадарчых пагадненняў за сцвярджэнне афіцыйных дакументаў. Так, з 1129 года Ефрасінія заставалася бадай што адзінай прадстаўніцай полацкай дынастыі на радзіме, якая мела дачыненне да афармлення афіцыйных дакументаў. Нават пасля ўладкавання на прастоле нашчадкі Усяслава Васількі, які прыходзіўся ігумені родным братам, Ефрасінія ўсё ж такі працягвала прымаць непасрэдны ўдзел у вырашэнні палітычных канфліктаў паміж князямі. Думаецца, што са сходу Ефрасіні ў 1132 годзе пасля смерці Мсціслава Вялікага горад скінуў кіеўскага стаўленніка і абвясціў сваім князем роднага брата ігумені Васільку. Варта адзначыць, што пры падтрымцы падобнай княжны адбылося замірэнне полацкага князя Васількі з кіеўскім уладаром Усяродам Мсціславічам. Цяжка меркаваць, ці брала ўдзел Ефрасінія ў вечарых сходах, але яе ўздзеянне на вечы было вельмі значным. Князёўна мела вялікую ўвагу ў вырашэнні палітычных пытанняў. Як піша даследчык Шарайнін, менавіта княжацкае паходжанне дазваляла манахіні праводзіць самастойную лінію дзейнасці. Прычым уяўленне аб сваёй выключнасці ўваходзіла ў сістэму светапогляду Ефрасіні. Яна адчувала сябе князёўнай царквы, не проста ігуменя Спасскага манастыра, а ўсёй полацкай зямлі. Ігуменя з'яўлялася носьбітам міратворчых ідэй, які яна імкнулася пашырыць на палітычную дзейнасць княства, дзе наспявала міжусобная барацьба. Міратворчы клопат Ефрасіні, што мела намець патушыць міжусобныя спрэчкі Рагвалодавічу, адлюстраваны ў царкоўных спевах, створаных у яе гонар у 12-м стагоддзі. Так само хочацца адзначыць яшчэ, што ў дысертацыйным даследаванні княгіні Древняй Русі 10-й, першай палавіны 13-го века «Сацыяльны статус і роль государственнай палітыкі» Расійскі гісторык Палякова, прааналізаваўшы комплекс гістарычных крыніц, вызначыла галоўныя крытэрыі, згодна якім жанчына княжа па паходжанні мела ўсе неабходныя правы для дзяржаўнага кіравання. Так, для непасрэднага ўдзелу ў адміністрацыйнай дзейнасці, на думку даследчыцы, неабходна мець наступныя ўмовы. Гэта належная адукацыя жанчыны, яе маёмасная самастойнасць, высокі статус жанчыны-маці і актыўны ўдзел у асветніцкай дзейнасці. Коротка разгледзім ступень уключэння асобы Ефрасіні Полацкай у свецкае жыццё княства, згодна прыведзеных пунктаў. Абапіраючыся на звесткі жыцця, Ефрасінія атрымала якасную адукацыю, якая была неабходна для прыняцця адэкватных рашэнняў. Як падкрэсліла даследчыца Панякова, княжны і княгіні, прыняўшы манаскі пострыг, працягвалі надаць
Москвы захопить право володения и распоряжение рухомой и нерухомой майомостью. Так у жителей Фросини Полоцка рассказывается о передаче майомости сердца, что находилось около Полоцка. Как известно, Полоцкая княжна отримала от епископа Ильи удар местечко Сердцо, где же братья наши лежали между нас, бывших епископ. На вызначенной площади под уладной ранее Полоцким архиереем размещались храм хвальня и дравляная ветхая Спасская церква. Акт передачи загородной резиденции полоцких епископов, якая знаходилась в 2 километрах от полоцкого дзяцінца, был заключен на належном державном узроме. Ефросинья отримала право володать вызначенной майомостью, и это отчувально поплывало на ее незалежную линию и ее дальнейших поводинок. А миновито заставание 2 монастырских комплексов, набытие эфесской иконы Богородицы, замова славутого крыжа реликвария у майстра Ваза Кадоша. Змещенные крыжи святыни были привезены под час дипломатичных подорожей в Византию слухи Ефросинья Полоцкой Михаила, який, як лічить дослідчик життєпису Мельников, був накерований самой ігумені з особистої дипломатичної місії. Дослідчиця Полякова узгадує високий статус жанчини-маті, яка могла бути регентом при малолітнім спадчинку князького стола у випадку смерті мужа. Що дотичиться ігумені Ефросинії, то на наш погляд її так само можна порівняти з маті. Сидится же и всегда учащая и без пристания, яко мать, чадолюбивая к детям своим любовь показующую. Цитующее житие. Есть меркование, что преподобная кольки год была непосредным выхователем и регентом своего молодшего брата Васильки Святославича, якому подшествовало позбегнуть высылки 1129 года, дякуючи монастырским стенам, надуманным некоторым наследчикам. Удел Полоцкой игумени у осветницкой деятельности безумовный. Белорусский доследчик Чмярыцкий Ермолович лишит, что преподобная Полоцкая игумения причинилась до створения мясового летопису, який зник подчас Ливонской войны, и являлась автором 2 монастырских статутов. Той факт, что Ефросинья сама писала литературные творы, похоже, не обгрунтованы и внимая воспрешенных доказов, а не есть место быть. Основанием монастыров, школ, иконописных и ювелирных майстерней Ефросинья вызначила себе избиральницей талентов и тем самым набыла великий авторитет на политичной районе князства. Культурно-осветницкая деятельность Полоцкой княжны, принявшая монастырский чин, застается неоценной. Высокоэдукованная игумения, якая ведала керавництвом 2 монастыров, надала развитию эдукационного процессу мощность штуршок. Доследчик Лавровский для подтверждения своей думки об развитии эдукации у старожитной Руси спосылается на некоторые факты жития Ефросиньи. Так он трактует эпизод об створении школы преподобной княжной Полоцкой земли, как якостно новый этап эдукационной деятельности на Руси. Больше того, автор акцентует увагу на тем, что выучать грамоту было одним из обовязков иноки монастыря. Ефросиньи узгадывается разом со славутой киевской князью Михайлом Всеволодовым, створальницей школы и монастыря. Таким чином, треба погодиться со словами российского доследчика Алексеева, что Ефросинья не замыкалась в монастском консерватизме. До прикладу, новаторские идеи до Иоанна только не заохочивались. И отзначим еще, что, когда разглядать особо Ефросиньи Полоцкой в политическом житии Полоцкого князства, сходно выше и пропонованным критериям, высунутым доследчицей Поляковой, то можно с упомянуть утверждать, что Полоцкая княжна игумня проявила себя как высокоэдукованная женщина своего часа, якая володала усими якостными дателями для принятия и решения острых питаний политического характера. На первый погляд монахиня не могла иметь права голосу на международно-политической арене князства. Такие факты, однако, как высокое походжение и померы посагу передаденного монастырь, не повинны были вызначать ее роли в громадско-политическом житии. Однако, примаючи до уваги высокое светское и духовное походжение, сам княжны и игумени были социально значным, инициативность и родностные связи с князьским домом, члены якого были потенциальными фундаторами и спонсорами шматликих починаний, можно утверждать, что был в России Полоцкой, но политический курс Полоцкого князства был ведомошным. Во-первых, я хочу повиншовать с удачным выступлением. Мне знаете, что нет, мне, по крайней мере, торопитесь. Но это мое выражение, да, что оборона диссертации будет у вас успеховой. Вот. А питание все же таки есть. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что она сподвигала, вернее, одобряла, да, помкнение до Ильдеана в будовнице Спасской церкви. Те она была
як это сказать, идейные вдохновительницы на той шедевр, який створив Долі, тут ваше меркування. Тобто, хто кого, скажем так, да. Потому что по житті там однозначно сказано, что Ефросиня, да, в ваших выступлениях виникає, что она содейничала творчому таленту Ульяна. То есть, как бы, на самой справе. На самой справе я пишу, что я на содейничала на это таленту Ульяна, и однозначно, что фресковый роспись так само на некоторых духах, например, того же наследчика Преображенского, что фресковый роспись яе келі, например, был все-таки распрацаванный при яе уделе. И на мой погляд, все ж таки яна з'являлася непосредственно натхнительницей у побудови Спаса Преображенського. Ну, здається, в житті там писано про голос з вишиню, який покрив Уліана, так що не будемо... Голос, ну, хто такий? Дозвольте мені крішечку сказати про це уздіяння Ефросинії і заказ. Яна, як ви заказчиця розумієте, тут как бы не перебільшується про все. Потому что она не могла, например, когда мы читаем, она не могла сказать Иоанну, сделай больше неф, да? Он надто узкий, да? Разумеется, храм будовался по правилам, да? Это правило не можно было порушать, и не можно было вовле обнарковывать и кому-нибудь, так? Оно отримовывалось так, и это святое, да? И оно не порушальное. Ніхто ввогалі, нікому ні ввогалі, у голову не приходило меркувати, що буде вузький неф чи широкий неф, так? Чи хочеться більше, так? Да? Ні гетими мерками не рався, так? Да? Саправди, ктіторські його гети, ніжній рах, да, йон обмерковувався, йон деформувався, йон одрознювався від усіх остатніх храмів, так? Да? Ось. А що тичиться самої конструкції храму, так? Да? И она залежала навод не от майстра Иоанна, а от ожидания Ефросинии. Вот что я хочу подсказать. Скажите, пожалуйста, а какой источник вот, по канонизации для вас самый достоверный? Или есть ли такой? Ну, скажем так. Ну, вот сейчас с правильным диссертационным доследованием все-таки я означаю, что такой вось авторитетной крыницы на сегодняшний день нема. Но есть великие мнечети, которые были складены митрополитом московским Макарием, где обозначается имя Ефросинии в 1547 году. Однако, треба отзначить, как говорил Василий Ключевский, что сам этот процесс вось, канонизации, который отбывался в 1547-1549 годах, обозначает только характеристику самого святого и то, какие каноны, какую молитву ему треба было складать и когда был день его памяти. Однако канонизация была задолго ранее того факту. И эти соборы, которые были проведены митрополитом Макарием, это только констатация факту того, какие есть святые и какая память повинна, какие день им основать. Ну, на сегодняшний день я не ведаю такой авторитетной границы, но это именно возникновение жития, именно в конце 12-го, початку 13-го столетия, оно является все-таки тем свидетельством, что мясцовое локальное шанование в России Полоцкой началось еще именно при епископе Дионисии и незадолго после ее смерти. Скажите, пожалуйста, а вам відома печатка з жіночої сповості? Я не знаю, що буде, що була знайомі публікація ваша? Ну, ось згодом публікаціями печатки були знайомі в 93-95 годах. Я кажу про полоцьку жіночої печатки, яка була знайомі в Тайдові Спасовському монастирі в 91 годі. Ні, вона знаходиться тут у Полоцьку заповіднику, артикул так само є мой. Археологія, характер, думаю, поглядіть. И еще у меня такое питание, раз вы уже начинаете заниматься этой проблемой, как вы читаете те слова у житии, что она была послана на Бусовец, и там была церковь похована, и первые епископы, и там значится уже церковь Спас.
есть разные меркования. Как вы читаете это? Что это за церква была Спас? Почему сейчас мы имеем другую церковь Спас? А какая была идея? Да, она обозначается, что она была драуляной, ветхой церковицей. Вось у маёнтку Спас, так? И коли на это уже она пришла такой занять пану стан, то на ее фундаментах был побудован Спасо-Преображенский собор. Однако вызначают историки то, что все ж таки Спасо-Преображенский храм был узведен не на фундаментах той старой церкви. И есть некоторые такие сгадки, гипотезы на кон того, где основала эта церковь и какой функции, для призначения чего она была. В общем, на это не надо. Еще одно питание, короткое, все. Скажите, пожалуйста, вы потеряете дух Алексеева в том, что не Россия основала монастырь, але она обустроила этот монастырь, да, то есть монастырь основал до прихода ее у сельцов. По крайней мере, извините, у Бахмана. Ну, заходные земли до Монгольской Руси, да, пошли монография там, это вот так. Так-то есть такой вариант, что, однако, все ж таки, коли мерковывать с позиции жителей Красноволоцкой, то на месте этого сельца издавала обитель не издавала. Издавала именно это только метахия Святого Спаса, так, где были похованы епископы. Это так само с другого боку довольно-таки цікавый факт, бо именно жанчыну все ж таки дозволили жанчыне засновать обитель там, где были полоцкие епископы, где была, можно сказать так, что мужчинская обитель. Вот. И этот факт дает подставу для того, как все ж таки, ну, сказать, что может ранее основала еще обитель, так? Может основала и жаночая обитель, где все ж таки Ефросинья Полоцкая пришла. То есть вы полагаете, что обитель основала? Нет, так куда она пришла в Софийский собор же зацелить. Вот она же позвала в Софийский собор. Просто питание просто есть, что стало монастырем, який основал. Бо ее же примала тетка, да, у монастыря. Где он основал? Я сама не вяжу. Что с этим засталось, когда заснованный был той монастырь? Те они перебрались и все туда монашки. Ты все же основала два монастыря параллельно. Мельников означал, что жаночий монастырь мог основать у Заславы. Нет, это особенный разговор. Это Полоцкий, разговор. Троецкий монастырь. А Троецкий монастырь при Софийке. Да, вот это перебудова 12-13 стара, 12-14, и есть при самом монастыре, это зараз под землей. Вот туда она пришла. А потом уже себе спас. Ну, мне возникает такая пропанова. Разумеется, насколько я такая вымалевывается картина, что мы до этого не имеем докладных померов те обмеры Софии. Мы так само, это все такие схемы на сегодняшний день, да? Прикладные схемы, вельми обогульненные схемы. Мы не имеем, правда, докладных обмеров Софии. Треба это зазначить. Сегодня, да? На сегодняшний день. Так само мы не имеем докладных звесток по всей территории Спасского Ефросиньевского монастыря. Никто николи не доследовал его цалком, так? Где какие побудовы были. Мы не ведаем стратеграфии у этого кавалка земли. Тому это все-таки наши разважания, литературные разважания. Мы не маем артефактов. Ну, нет. Маем. С одной стороны, а тут границ важно. Но цалком картины мы не маем. Мы можем так сказать. Тому я это означаю, и это застается. При любой там праце, например, на территории монастыря, треба вельми уважливо глядеть за всеми этими побудовами, которые застаются до сегодняшнего дня у земли. Матушки нас оттуда гнали плитниковами, знаете, что хотели там рубили, экскаваторами снимали, выкапывали под ноги, что хотели то.